рад тебя видеть. Так-так, смотрите, кто вернулся в мир живых. Некоторые из нас уже сомневались, что вы с Сарой придете в себя. Хорошо. По нашим разведданным, с той стороны туннеля нечто вроде узла связи Анклава. Мы надеемся, что если его уничтожить... Они наконец-то сломаются. Главное, береги голову. Не надо мне тут в героя играть, ясно? Сюда вызвали Либерти Прайма. Он поможет с первым натиском. Когда расчистим себе плацдарм, будем решать по ситуации. Ну же, пора приступать. Последнюю неделю все примерно одинаково. Получаем данные о точках, отправляемся туда, вычищаем. Сюда нельзя. Честно говоря, эта железяка делает большую часть работы. Не на что жаловаться. Она спасает нас от лишних жертв. Песцы раскопали информацию об этом месте позавчера. Какая-то станция связи. Мы думаем, что если узел работает, можно выяснить, с кем они разговаривают, и получить координаты остальных точек. Чтобы жила демократия.
Нужно выяснить, что за чертовщина произошла. Некогда болтать. Беги на базу и помоги ребятам найти их передатчик. Давай, солдат, бегом! Не знаю я, не знаю. Терминалы, данные, что угодно, лишь бы понять, что тут случилось и почему. Все назад. Все чит. Нарушение безопасности. Огонь! Цели захвачены. Мы их достали. Противник! Обходим с фланга!
Выходи! Сразимся лицом к лицу! Выходи, зараза! Станции «Новости Галактики» практически безопасен. Отлично. Спасибо за новости. Тебе что-нибудь нужно, друг? Я просто поверить не могу. Столько лет работы, и все ради чего? Одной халтурной операции? Я все еще жду доклада от Тристана, но уже сомневаюсь, что он что-то изменит. Без Прайма... Возможно, но это не отменяет того, что мы потеряли годы. Годы! И лишились единственного заметного военного превосходства над Анклавом. Ах да, посмотрим, смогу ли я их расшифровать. Возможно, это поможет нам понять, что же там случилось. Было бы неплохо извлечь из этого хоть какую-то пользу. Спасибо за эти данные. Думаю, старейшина Лайонс тоже захочет с тобой поговорить. Тебе, пожалуй, стоит с ним встретиться. С твоего позволения. Тебе что-нибудь нужно, друг? Что тебе нужно? До свидания. Я полагаю, вы уже поговорили с Ротшильдом. Надеюсь, он сможет разобраться с найденной информацией. Наше главное оружие уничтожено. Мы рискуем потерять преимущество. Вся компания под угрозой. Стоит признать, теперь я уже сомневаюсь, не была ли эта операция ошибкой. Вот такие тут дела. Даже без учета того, что наш лучший полевой командир в коме, и того, что я сейчас чувствую как отец... Дела наши весьма и весьма плохи. Если мы сейчас проиграем, то потеряем все. Очень верно. Кстати, об этом. Поговори-ка ты с паладином Тристаном. Он подготовил для тебя особое поручение. Поручение, жизненно важное для нашего успеха. Конечно. Писец Боудич. Я жду... Я не могу допустить... ...последним модификациям брони.
Я не позволю анклаву контролировать единственное, что может подарить этим людям надежду. По графику. Проект «Чистота» может дать людям столичной пустоши миллионы галлонов чистой воды. Джеймс так и не смог запустить проклятую штуковину. Да и нам это не удалось. Но вот анклав, если у них окажется столько чистой воды, они будут контролировать всю столичную пустошь. Я просто не могу это позволить. Мы рады приветствовать тебя здесь. Что тебе нужно? Прощай. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ты молодец. Надеюсь, песцы смогут с толком использовать добытую тобой информацию. К сожалению, у нас нет времени ждать, пока они закончат. Весь мой опыт подсказывает, что это задание в самый раз для тебя. Из-за всех неудач, которые потерпело братство, мы не в лучшем положении. Все имеющиеся ресурсы пойдут на отражение неизбежной контратаки анклава. В то же время мы верим, что сможем разработать устройства, которые повысят наши шансы на победу. Но все люди нужны для обороны от анклава, и нам просто некого послать на задание. Поэтому я хочу отправить тебя на силовые установки Олни, чтобы добыть там для нас кое-какую технику. Надеюсь, ты сможешь найти трансформатор Тесла. Это экспериментальный довоенный прибор. Он нужен нашим песцам, чтобы подготовить анклаву небольшой сюрприз. Отправляйся туда, добудь трансформатор и возвращайся с ним как можно скорее. Вопросы есть? Обратись к песцу Валенкорт. Она исследует кое-какие технологии анклава, которые мы смогли добыть. Как я понимаю, у нее что-то получается. Буду ждать трансформатор, если сможешь его найти. Братство к твоим услугам. Добро пожаловать. Тебе что-нибудь нужно, друг? У меня все еще очень-очень много дел. Это важно или может подождать? Ну, возможно. Я имею в виду, может быть.
наверное, но я не уверена. Не знаю, насколько это действительно может помочь. То есть, кто знает, насколько это эффективно. Еще не было полевых испытаний. Но, кажется, я придумала, как заглушить сигналы, которыми анклав контролирует когтей смерти. Вот, держи. Это единственный прототип, так что не потеряй. Ну, это стандартный передатчик. Пришлось только изменить частотную модуляцию и подкрутить выход. Наши лабораторные эксперименты указывают, что он сможет перебить сигнал, которым анклав контролирует когтей смерти. Не беспокойся, он работает все время. Тебе ничего делать с ним не нужно. Только не потеряй его. Пока у нас нет никаких указаний на то, что такое электромагнитное излучение отрицательно влияет на людей. На животных может быть, но не на людей. Дальность у него не очень, но должно хватить. Он глушит сигнал анклава, так что когда дело касается когтей смерти, ты на коне. Запомни, он работает автоматически, пока скрэмблер при тебе, он работает сам. Нет, не думаю. Пока ты находишься в пределах покрытия передатчика анклава, когти будут слышать только твой сигнал. Если уйдешь слишком далеко, не знаю, что будет. Думаю, будет плохо. Для когтей, не для тебя. Ну ладно. Нам сообщили, что у анклава есть лагерь к югу от старого Олни, так что имеет смысл сходить туда и проверить. Надеюсь, скрэмблер оправдает ожидания. Мы столько над ним корпели, что было бы обидно получить нулевой результат или отрицательный. Это еще похуже. Удачи и будь осторожнее, пожалуйста. Здравия желаю. Добро пожаловать. Здравия желаю. Здравия желаю. Добро пожаловать. Тебе что-нибудь нужно, друг? Вы получите деньги обратно. Потрясающе! Просто потрясающе! Не проходим, а подходим! Все-все покупайте великолепную лечебную воду! Решение всех ваших проблем! Гарантированно! Рассказывай дальше. Вам говорят, что вы неуклюжи. Вещи просто валятся из рук. Может, и вы страдаете от одного из сотен заболеваний, которые лечит великолепная лечебная вода. Каждый раз во время еды пейте лечебную воду. И 10 раз в день мойте руки и ноги лечебной водой с мылом. И совсем скоро вы сможете показывать фокусы и жонглировать ножами. Гарантированно. Вот это да! Просто обалденно! Проблемы с концентрацией? Мучает сухость во рту и другие побочные эффекты от ментатов? Попробуйте великолепную лечебную воду. Ученые установили, что 100% испытуемых, которые пили лечебную воду, на 50% улучшили свои результаты по всем стандартным тестам. Это научно обоснованный факт. Для всей семьи возьму ящик. Атрофия мышц? К вам цепляются хулиганы. Хватит бояться темных улиц, друзья! Каждое утро пейте лечебную воду, и пусть сам Грогнок обзавидуется. Мужчины будут вас бояться. Женщины обожать. Гарантированно. Изумительно.
Говори. У вас проблемы со сном? Преследуют призраки войны. Подарите себе покой. Чашечка лечебной воды перед сном обеспечит вам сладкие сны о светлом будущем. Великолепная лечебная вода, отдых в бутылке, гарантированно. Ну, привет, гладкокожина. Подходи. Хочешь попробовать великолепную лечебную воду? Слушай, нам только не хватало... Я переименовал ее, чтобы гули осознали ее удивительные качества. Ну и только между нами. Я добавил пару секретных ингредиентов, чтобы улучшить оригинальный вкус. Так что это не совсем та же вода, она лучше. Изволишь бутылочку? Ой, простите, у меня закончились пробники. Приходите завтра. Что ж, дружок, это зависит от того, во что ты ее оценишь. Сколько дашь за такой великолепный продукт, как великолепная лечебная вода? Многие заплатили бы 50, 75, даже 100 крышек за такой великолепный продукт с великолепной гарантией. Но только сегодня, только сейчас я предлагаю великолепную лечебную воду по исключительно низкой цене. Угадай, почем? Нет, сэр, еще попытка. Дешевле. Неверно, еще попытка, еще дешевле. Нет, это безумие, не так ли? Разве я мог бы продавать еще дешевле? Но я могу и буду. Еще попытка. Дешевле! Тра-та-та-та! Леди и джентльмены, представляем победителя! Именно так. За ничтожно низкую цену в 10 крышек вы можете получить бутылочку великолепной лечебной воды. Верное решение. Вот бутылочка, а я возьму крышки. Приятно иметь с вами дело, сэр. Приходите еще. И помните, товар возврату не подлежит. Не обменивается, стоимость не возмещается. У вас... Не бойтесь. Эх, надеюсь, у тебя нет проблем с лечебной водой. Товары возврату и обмену не подлежат. Чем могу служить моему постоянному клиенту? Чего? Эта штуковина у тебя на руке говорит, что вода радиоактивна? Довольно затейливое устройство, если показывает такие вещи. Только вот, увы, оно врет. Тебе стоит его починить. Оно однозначно дает тебе неверную информацию.
Интересно, как ты это докажешь? В общем-то, даже если это правда, тебе нужны доказательства, чтобы убедить моих покупателей. Моих очень лояльных покупателей. Они верят, я имею в виду, они уже оценили пользу от великолепной лечебной воды. Добро пожаловать. Да ну! Какое тебе-то до этого дело? Ладно, только никому ни слова. Братство ее просто направо и налево раздает, так? Так вот, меня они отшили. Сказали, мол, гулям чистая вода не нужна. Но вдруг... Как только я сказал, что заплачу за воду, меня сразу провели к писцу Биксли, который держит всю эту шарашку. Денег было жалко, но я ему все-таки заплатил, чтобы показать, что гули достойны уважения. Вот, теперь пытаюсь это все распродать. На счастье... Та штука, которую они туда подмешали от радиации, неплохо лечит радиационные повреждения гулей. Так что свежая вода стала лечебной. Помните, лечебная вода — это просто чудо. Сильное отслоение эпидермиса. Это происходит со всеми нами. Тебя что-то тревожит? Надеюсь, в скором времени мы еще поговорим. Точнее, происходило. Эй, привет! Сэр, для вас новые сообщения. И? И что, сэр? Там были важные сообщения? Не знаю, сэр. Мне казалось, их надо принести прямо к вам. То есть их никто не читал? Нет, сэр. Я... Так, от кого они? Не знаю, сэр. Мне казалось... Ты что, не видишь? Я занят. Простите, сэр. Как мне все осточертело. Счета и конверты, бог знает с чем внутри. И карты, уймы никчемных карт, которые, судя по всему, рисовали дети. А еще требования, заявки. Ой. В этом мире остался хоть кто-нибудь, кто от меня ничего не хочет. И переписка. Вечная переписка. Прошу прощения. Вот как. Я тут что, единственный, кто способен сделать хоть что-то? Простите, сэр. Я вижу, вы заняты. Я вас оставлю. Правильно, я занят. Простите, сэр. Подожди. Оставь сообщение. Я с ними потом разберусь. Есть, сэр. В другой раз сначала их посмотри. Я хочу, чтобы вся ненужная чушь оставалась у тебя, а не попадала мне на стол. Так точно, сэр. Ступай. Отдохни немного, у тебя есть пара минут. Видит Бог, все мы заслужили передышку. Есть, сэр, спасибо, сэр. Ну давай, иди отсюда, кыш. Привет. Знаешь, эти стулья не такие уж удобные. Может, я просто завтра не приду. Ну, что они мне сделают? Уволят? Не буду врать, малыш. Запустить очиститель — это подвиг, и мы тебе благодарны. Но ты в курсе, что из-за тебя моя жизнь превратилась в сущий ад? Думаю, нет. У героев пустоши есть заботы поважнее. Разве нет?
Прошу прощения, я Бигсли. Я просто чуточку переутомился. Может, тебе удалось заметить, что у меня там за дверью небольшая очередь? Все в таком восторге от очистителя. Проект «Чистота» то, проект «Чистота» сё. И никто не спросит: «Эй, а что мы будем делать со всей этой чистой водой?» И угадайте, кому придется заниматься этими мелочами. А одно дело, если бы мне кто-то помогал. Но эта мелкая войнушка с анклавом отняла слишком много ресурсов братства. И ко всему прочему, мне приходится нянчиться с кучей лабораторных крыс. Правда? Что ж, помощь мне нужна, считай, во всем. В основном это касается разгребания бумаг и вразумления высоколобых умников. Задача для служки, в общем-то. Уверен, ты можешь применить свои таланты и опыт с большей пользой. Что ж, водным караванам Ривет-Сити нужна помощь с необыкновенно организованными бандитами. Мне нужен кто-то, кто разобрался бы, в чем там дело. Есть еще Мегатонна. Они хотят еще свежей воды. Я только что отправил им партию. Нужно, чтобы кто-то отправился в Мегатон и узнал, что у них там за проблема. Вообще-то не знаю, какое тебе до этого дело, но у нас с ним договор. Он скупает воду, я ее поставляю. Крышки и технологии, которыми он платит, я трачу на обеспечение доставки воды в другие места. Я отправляю своих людей с водой в комнаты руководства музея в Моле. Гриффин им платит, они приносят плату сюда. Пока все хорошо. Лайонс не одобрил бы, но мне уже наплевать. Мне нужны ресурсы, а воды тут хоть залезь. Многие из нас задаются этим вопросом. Братство — не служба доставки. У нас есть важные дела. И нам нужны крышки и технологии, чтобы ими заниматься. Не знаю, кем там Лайнс себя вообразил. Он что, забыл про анклав? Вот наша главная цель. Ну, конечно же, приходится как-то компенсировать затраты на любимую игрушку Лайнса под названием «Проект Чистота». Мы делаем, что можем. К примеру, этот гуль Гриффин. Он хотел купить партию воды. Зачем этой радиоактивной развалине вообще нужна чистая вода? Он думает, что продаст ее в подземелье? Кретин. Но он единственный, кто готов платить за воду крышками и технологиями. О чем Лайонс не знает, то ему и не повредит. Воды здесь полно. И я могу использовать ее, чтобы оплатить охрану караванов Ривет-Сити, который мы не можем сопровождать сами. Мне повезло, что он объявился. Не напоминай мне про Ривет-Сити. Они решили, что все им должны. Вечно несут всякую чушь, что они, видите ли, наши ученые, ну и так далее. Как будто они делают нам одолжение. Я думал, наше сотрудничество по охране будет взаимовыгодным. Надеялся, что они полностью возьмут на себя сопровождение караванов. А в результате офицер Лепелетье ноет про организованную бандитскую группировку. Значит, кишка у них все же тонка. Отправляйся к офицеру Лепелетье и предложи ей помощь. Отлично. Надеюсь, ты там разберешься. Мы и вправду без них не справимся. Не знаю, что и думать. Лайнс стоит у меня над душой и требует разобраться. Оказывается, из Мегатона ему пишут гневные письма и требуют воду. Но я только что отправил им недельную норму. Месячную, если экономить. Послушай, если ты сможешь разобраться с Мегатонной так, чтобы Лайнс отвязался от меня, я хорошо заплачу. Правда? Отлично.
Прости, тут я ничем не смогу тебе помочь. Все наши ресурсы на данный момент исчерпаны. Удачи! Да, и, конечно же, ты получишь кое-что за свои труды, если справишься. Береги себя. Конечно. Сегодня мне все равно явно не удастся поработать. Спрашивай. Я не помню, когда спал в последний раз. Ой. Очевидно, я недавно задремал, раз уж заляпал стол слюнями. Ой. Я подчиняюсь приказам, но я не из тех, кто чуть что сразу под козырек. Я считаю, писец обязан во всем разбираться досконально. Так что повышение я получаю редко. По-моему, старейшине Лайнсу надоело, что ему перечат. И хотя мы с писцом Ротшильдом обычно сходимся во мнениях, видимо, начальство решило показать, что бывает с теми, кто задает слишком много вопросов. Это долгая история. Как скажешь. Хорошего тебе дня. Или уже ночь, не знаю. Думаю, меня специально посадили в офис без окон. Фух. Долгий денек. Надеюсь, меня скоро переведут. Привет. Лайн что, забыл о войне с Анклавом? Что мы вообще здесь делаем, а? У нас есть дела поважнее. Кроме шуток. Проклятие. Я... Биксли все слишком усложняет. Да нет. А теперь, с твоего позволения, покупателям нужно мое внимание. А, ладно, ладно. Но если будешь болтать, я найду парочку ребят с пушками. В общем, у меня тут маленький гешефтик. Я беру чистую воду и заменяю обычной. Мы же гули, нам она точно не повредит. Свежую воду я запасаю, а потом продаю людям. Ну, знаешь, рейдерам, изгоям и так далее. Тем, с которыми братство не делится. Я ж не злодей. Я просто хочу помочь. Я нужен братству. Мои крышки оплачивают воду для пустошей. Просто спроси Биксли в проекте «Чистота».
Говорит Грифон, слушайте сюда, уроды. Пока я решаю вопросы в подземелье, вы тут будете главные на разливе. Запоминайте инструкции. Во-первых и в главных, если это не я и не один из вас, сразу палите, тут лишних шастать не должно. Когда заявятся парни Биксли из проекта «Чистота», заплатите им, но внутрь не пускайте. Заберите у них свежую воду, разлейте ее по бочкам и раковинам, пусть ждет своего часа, а в пустые бутылки залейте обработанную зараженную воду. Когда накопится достаточно бутылок, отправляйтесь в подземелье, я заберу бутылки и выделю вам долю. Да, и не смейте трогать парики. Даже не вздумайте их мерить на свои жирные головы. Я серьезно. Поверить не могу. У меня так хорошо шли дела. Зачем все портить? Что я тебе сделал? Я никому ничего плохого не делаю. Нет, ну правда же. Вылечить гулификацию? Бутылкой воды? Я никого не обманывал. Они сами себя обманывали. Ладно, я уже неплохо заработал, но... лучше я скажу им сам. Я даже знаю, что сказать. Пожелай мне удачи. А, мои верные покупатели и друзья. Возможно, я совсем немного преувеличил некоторые свойства великолепной лечебной воды. Что? Похоже, что из-за ошибок в разливе это не совсем свежая вода. Вы все покупали обычную, неочищенную радиоактивную воду. Поверить не могу. Но поскольку мы все гули, вряд ли она кому-то повредит. Он нас обманул. А сейчас, прежде чем вы расстроитесь, я хотел бы обратить ваше внимание на то, о чем вы совсем забыли в вашей ярости. Вам всем... действительно стало лучше. Конечно, это не из-за специфических качеств самой воды. Ложь. Но благодаря вашей вере в эффективность великолепной лечебной воды вы все вновь ощутили надежду. Он нас обдурил. За это вы останетесь благодарны. Отдавай мои деньги. И, как я уже говорил всем своим покупателям, товар возврату не подлежит. Уверяю вас, леди и джентльмены, мы можем обойтись без насилия. Я просто соберу вещички, все, я уже ухожу. Убить его! Я сделал огромную ошибку. Где? Хочешь, говорит, скорей. Ну и как тебе это, а? Фу, слава богу, все позади. Да, мы все так ему верили, но теперь-то он мертв. Ну что еще тебе надо? Какой водяной гешефт? А, ты имеешь в виду, что я добавляю свой секретный ингредиент в свежую воду? Это серьезно урежет мои доходы. Но, пожалуй, это тоже выход. В конце концов,
Продавать свежую воду рейдерам и работорговцам тоже была задачка не из легких. Ребята, они очень неприятные. Ладно, буду продавать настоящую воду. Но бренд «Великолепная лечебная вода» все-таки оставлю. Лишняя надежда беднягам не повредит. Надеюсь, никто не заметит подмены. И кто знает, вдруг случится настоящее исцеление. Приходи через пару дней, посмотрим, заметит ли кто-то. Отвратительный халитоз. Очень распространенная болезнь среди гулей. Но это не навсегда. Великолепная лечебная вода творит чудеса.